Беларусь в ноябре нарастила золотовалютные резервы. На начало декабря они составили более 7 миллиардов 400 миллионов долларов с приростом за месяц в 0,2%. В целом с начала года резервы выросли на 50,5%. По данным регулятора, это удалось сделать за счет поступления иностранной валюты от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и от продажи облигаций. При этом в ноябре Беларусь осуществила в полном объеме все платежи по внешним долгам.